Не был у жены 2 месяца. В холодильник положила сыр. Сыр с плесенью. Говорит, заплатила немеренных денег. Еще и икру сверху приложила. Говорит, что называется дур... Руку поломаю. Дур блю. Ну, как обычно, эти американцы, у них там окей, там дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр, мы запросим. Короче, если вы хотите, чтобы ваша супруга вкусно вам готовила, 2 недели в холодильнике, когда плесенью покроется все, тогда это высший пилотаж. А вот это, кстати, натуральный продукт. И сверху находится натуральное сливочное масло. Если вы мне не верите, напишите мне в комментарии. Я вам очень благодарен.